Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством интересных художников, знаменитых художников. Сегодня я хочу немножко рассказать и показать картины Пауля Клея. Немецкий, швейцарский художник, график, теоретик искусства, одна из крупнейших фигур европейского авангарда. В своем раннем периоде творчества экспрессионист испытал значительное влияние конструктивизма, кубизма, примитивизма, сюрреализма. Работал в тесном контакте с «Синим всадником». «Синий всадник» – творческое объединение представителей экспрессионизма, в основном художников в начале 20 века в Германии. Дружил с Василием Кандинским. Я данные беру из Википедии, все практически зачитываю. И набрал картин, которые я нашел в интернете, чтобы вам показать. 1921 года преподавал в Баухаузе в Веймаре. Затем после переезда школы в Диссау. Был профессором Дюссельдорфской академии художеств. Гражданин Германии, хотя родился, провел значительную часть жизни и умер в Швейцарии. Он был вторым ребенком. У него была старшая сестра Матильда. В семье немецкого музыканта-преподавателя Ганса Вильгельма Клея. И швейцарской певицы Иды Марии Клея. Пауль посещал начальную школу, 7 лет учился по классу скрипки муниципальной музыкальной школы. 11-летний Пауль настолько хорошо освоил инструмент, что был приглашен участвовать в благотворительных концертах Бернского музыкального общества. Интересовался поэзией, изобразительным искусством. У своей бабушки с материнской стороны он учился рисовать. Через некоторое время он покинул Швейцарию, разочаровался в современной музыке, более всего ему была близка классика, переехал в Мюнхен. В Мюнхене начал изучать графику в частной школе живописи Генриха Книра, так как его не приняли в Академию изящных искусств. Директор Академии посоветовал Клею брать уроки изображения человеческого тела. Обучался у Вальтера Циглера. Были многочисленные связи с женщиной. В своем дневнике он писал, что главным для него была не учеба, а другие материи и вопросы, касающиеся самого моего существования. Сначала я должен быть стать мужчиной, а затем только следовало искусство, как нечто собой разумеющее. В 1900 году Клей переехал в собственную мастерскую. Был принят в Академию художеств в класс живописи Франца фон Штука, где учился также Василий Кандинский. Путешествовал вместе со своими товарищами по Германии, затем по Италии. Посетил Милан, Геную, Ливорно, Пизу, Рим. Вы сами понимаете, конечно, в этих городах есть на что посмотреть. Его поразила флорентийская архитектура эпохи Возрождения, здания, церквей. Когда возвратился из Италии, зарабатывал на жизнь уроками музыки и живописи. 4 года жил в доме своих родителей, писал рецензии для музыкального журнала, слушал курс анатомии для художников. Бернское музыкальное общество приняло его скрипачом. В 1903 году Клей создал первые 10 афорт, которые впоследствии вошли в цикл «Выдуманное», который он завершил в 1905 году. Изучал работы Обри Бёрдсли, Уильяма Блейка, Франциска Гойя. Некоторое время жил в Париже, где изучал произведения классического искусства в Лувре и в галерее Люксембургского дворца. Начал заниматься рисунком иглой на зачерненном стекле, работая над проблемой соотношения света и тени в анахронном рисунке. В 1906 году женился на пианистке Лидии Штумпф, дочери военного врача. Вскоре у них родился сын Феликс. Жена Клея оставила карьеру пианистки и давала уроки игры на фортепиано. У супруга были квартиры в 3 комнаты, мастерскую для себя Клея оборудовал на кухне. Вскоре он стал членом Ассоциации швейцарских художников графики. В том же году принял участие в выставке Мюнхенского сецессиона. Мюнхенский сецессион – это объединение мюнхенских художников конца 19 века, отделившихся от господствующей в то время Мюнхенской ассоциации художников. Справка. 3 работы. 6 его произведений экспонировались на берлинском выставке в Мюнхенском стеклянном дворце. Одновременно он публиковал музыкальные рецензии в одном из швейцарских журналов. В 1910 году появился его первый персональный выставка 50 произведений Клея, так оно называли. Стиль Клея был настолько необычен даже для современных авангардистов, что и критики, и художники пришли в замешательство. Клей стал одним из основателей Мюнхенского общества художников СЕМА. Кроме него в объединение входили Эгон Шилле, Макс Оппенгеймер и Эдвин Шарф. Как я говорил уже в начале, он присоединился к сообществу редакторов альманаха «Синий всадник», основанного Василием Кандинским и Францем Марк. Основной целью участников было объединение и расширение границ изобразительного искусства, освобождение от устаревших идеалов академизма, отживших форм, обращение к нетрадиционным источникам, дающим тане новому искусству, синтез различных видов искусства, так написано в Википедии. С вступлением
объявлением Германии войну он пошел в армию, был направлен во 2-й резервный пехотный полк в Мюнхене. После гибели нескольких художников король Баварии распорядился больше не отправлять на передовую художников, и Кори Клея был переведен в авиационное училище, где он до конца войны работал писарем казначейства, где оборудовал свою мастерскую. После войны был демобилизован, принял участие в оформлении повести Вольтера «Кандид» со своими иллюстрациями. Вскоре его пригласили в качестве преподавателя в Баухаус. Он совместно с Кандинским преподавал в мастерских художественного стекла и стенной роспись. Девиз Клея: «Человек не завершен, он должен быть готов к развитию, переменам, чтобы стать истинно возвышенным существом Творца». Да, надо еще сказать, что с приходом нацистов против Клея была развернута кампания травли. В печати его называли типичным галицийским евреем. Его квартира в Дессау подверглась обыску, и в Дюссельдорфе его отказались допускать до работы, пока он не предоставит документы о своем арийском происхождении. Он был вынужден отказаться от места профессора и в конце 1933 года по настоянию жены покинул страну, переехал в Швейцарию. В 1935 году у него были обнаружены признаки склеродермии, от которой позже и умер. В 1937 году 17 его работ фигурировали на пропагандистской выставке нацистов под названием «Дегенеративное искусство». Был похоронен в Лугано. Через несколько дней урна с прахом перенесена на кладбище в Берн. Ну вот, собственно говоря, и все, что я нашел в Википедии о художнике Пауле Клее. Немецкий-швейцарский художник, график, теоретик искусства. Одна из крупнейших фигур европейского авангарда. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Смотрим картины.